тысяч. А какой самый вот редкий арт-пис, который с моим миром связан, у тебя есть, если по памяти? А мы вставим. Я думаю, в целом, любой поп-арт связан с твоим миром. Картина Марка Грасси, она стоит в районе сотки. Он рисует не кистью, а шпателем. И рисует там сусальным золотом. Круто. Сусальным, ну, 24 карата золота, не сусальным, а 24 карата золота.